Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Лебедев Антон, и мы продолжаем наш курс «Анализ и контроль качества на фармацевтическом и биотехнологическом производстве». И сегодня мы поговорим о растворах и способах их приготовления. В этом модуле мы рассмотрим понятие индивидуального вещества и смеси, поговорим о концентрациях и способах ее выражения, о техниках приготовления растворов, и затронем момент, которые будут снижать погрешности при приготовлении точных растворов. Итак, поехали. Раствор, мы сейчас будем давать определение истинному раствору. Это однородная система, состоящая из частиц, молекул, атомов или ионов растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия, в которой нет границ раздела между ними. По агрегатному состоянию растворы бывают жидкие, про которых мы с вами и будем говорить сегодня. Жидкие, твердые, например, сплавы, и газовые, или газовые смеси. Мы больше внимания будем уделять жидким растворам. Ну и вообще концентрация растворов по агрегатному состоянию, она... более сложная, чем показано здесь, но нам достаточно и такой классификации. Итак, неоднородные твердые жидкие, а также газовые массы, их чаще всего называют смесями. Но при этом понятие смеси, оно более общее, и оно также включает и понятие раствора. Давайте перейдем на следующий слайд. Здесь указано, какие бывают химические соединения. Они бывают индивидуальные вещества и смеси. Соответственно, индивидуальные вещества бывают простыми, это соединения, состоящие из одного типа атомов, и сложные соединения, которые состоят из атомов нескольких элементов. Да? Простые соединения можно назвать, например, там, ртуть. Все металлы, да, чистые металлы, например, железо, водород и так далее. Сложные, тот же гематит или ржавчина, да, ферум-2У3 уже является сложным соединением. Но есть также смеси. Смеси, в которых выделяют растворы, и механические неоднородные смеси. Смеси двух порошков, да, там, например, черного и белого порошка, да, смешали, и вот у нас такая механическая неоднородная смесь получилась. В реальности же деление на индивидуальные вещества и смеси носит довольно условный характер, так как индивидуальных веществ в чистом виде не существует. Имеется у нас вещество, да, кремний, содержание которого в смеси составляет 99%. Что мы можем говорить? Это смесь или индивидуальное вещество? Вот здесь вот как бы такой момент даже больше философский, да? Здесь нет однозначного ответа. Например, для каких-то химических экспериментов 99% кремний – это приемлемо, а, например, для промышленности, например, электрической, да, для производства микросхем различных, да, такой частоты кремния недостаточно, да, там для производства процессоров на основе кремния. Вот такой частоты кремния уже недостаточно. И здесь такое содержание кремния нас не будет устраивать. Поэтому понятие индивидуального вещества, да, такого, и понятия смеси, они довольно условные, ну и чаще всего все-таки индивидуальных веществ у нас таких особо чистых очень мало, и преимущественно мы всегда работаем в смеси, содержащие то или иную степень, ну то или иное содержание основного вещества. Сравним индивидуальное вещество и смесь. Под индивидуальным веществом мы здесь будем подразумевать идеализированное индивидуальное вещество с частотой 100%. То есть в составе вещества у нас, в составе индивидуального вещества только, собственно, одно вещество, да, одного строения.
По составу, собственно, индивидуальное вещество является постоянным, смесь является непостоянной и может изменяться самопроизвольно или намеренно человеком. Например, если внести примесь в индивидуальное вещество, то она будет становиться смесью. Соответственно, число веществ в составе индивидуального вещества одно, да, в смеси их ну, всегда более одного. И физические свойства для индивидуального вещества они постоянные, для смеси же они непостоянные и определяются составом. Да, то есть изменение состава смеси оно будет влиять на физические свойства. Ну, под раствором в данном модуле мы будем понимать систему в жидком растворителе, да, и будем говорить о жидкостях, да, о состоянии растворителя жидкого, да, то есть о сплавах мы с вами говорить здесь не будем. Соответственно, по размеру частиц выделяют истинные растворы, где размеры частиц составляют менее 1 нанометра, коллоидные растворы, размеры частиц от 1 до 100 нанометров, и грубодисперсные системы, где размер частиц в растворе составляет более 100 нанометров. Но в случае истинных растворов, как правило, здесь под частицей имеется в виду отдельные молекулы, да, отдельные молекулы. Да, там, например, молекулы аммиака в воде или молекулы спирта в воде, да, там каждая молекула солюбилизируется растворителем, да, окружается такой гидратной оболочкой, ну, вследствие наличия гидрофильных центров. Ну и здесь такой вопрос, да, какой из групп относится раствор крахмала в воде? Ну, мы с вами ну, знаете, да, то есть, что такое крахмал в воде, как его готовят. И если его, собственно, приготовить неправильно, то крахмал в воде, ну, точнее, он не перейдет в жидкую фазу, и частички крахмала будут плавать в толще воды, да, создавая такую, ну, такую полупрозрачную жидкость, ну, со взвесью. Естественно, в таком случае у нас раствор будет относиться к грубодисперсным системам, когда у нас размеры частиц будут больше 100 нанометров. Если же раствор крахмала приготовлен правильно, то в таком случае у нас размеры частичек крахмала будут составлять от 1 до 100 нанометров, то есть раствор будет являться коллоидным, то есть относиться к тонкодисперсным системам. Чаще всего в лабораторной практике мы имеем дело с истинными растворами, но встречаются случаи, когда для анализа требуются, например, коллоидные растворы или грубодисперсные системы. Например, коллоидным раствором, как я уже говорил, относится раствор крахмала, который применяется в качестве индикатора в йонометрическом титровании, например. Растворы наночастиц серебра, также растворы желатина. А грубодисперсным системам можно, например, отнести буферный раствор гидроксида кальция, который будет выпадать в осадок после полного растворения. Также грубодисперсным системам можно отнести различные взвеси с активированным углем, например, когда нам нужно какой-то раствор очистить от неполярных соединений. Понятие дисперсных систем. Да, дисперсные системы – это образование из двух или большего числа фаз или тел, которые практически не смешиваются и не реагируют друг с другом химически. А в дисперсных системах выделяют дисперсионную среду и дисперсную фазу. А дисперсионная среда – это непрерывная фаза, в объеме которой распределена другая дисперсная фаза в виде мелких пузырьков газа, жидкости или твердых частиц. Соответственно, дисперсная фаза – это совокупность мелких однородных пузырьков газа, жидкости или твердых частиц, которые равномерно распределены в окружающей дисперсионной среде. По природе дисперсионной среды и дисперсионной фазы можно выделить различные варианты, да, различные варианты, но чаще всего в аналитической практике встречаются в случаях, когда у нас твердые частички распределены в жидкой фазе, сюда относятся золи, это тонкодисперсные системы, а также суспензии, это грубодисперсные системы. Также довольно часто встречаются случаи эмульсии, когда у нас в жидкости, ну, в растворителе жидком, да, расположены какие-то жидкие частички, например, ну, масло в воде, да, то есть если вы будете взбалтывать
например, подсолнечное масло в воде, то вы получите ну, такие шарики, да, масляные шарики, плавающие в толще воды, ну, как правило, какое-то время. Ну, в аналитической практике чаще всего сталкиваются именно вот с этими типами дисперсных систем. Ну, здесь сразу такой вопрос возникает, да, каковы же отличия растворителей от растворенного вещества и как их отличить? Ну, для того, чтобы это сделать, необходимо привести определение растворителя и растворенного вещества. Растворитель – это вещество, которое содержится в смеси в избытке, да, и находится в том же агрегатном состоянии, способствующее распределению в нем растворенного вещества. Соответственно, растворенное вещество – это компонент раствора, который присутствует в смеси в меньшем количестве, чем растворитель. Таким образом, мы видим, что для растворителя характерны следующие критерии. Он всегда находится в том же агрегатном состоянии, что и раствор. При растворении не меняет своего агрегатного состояния. И большая доля в растворе, чем любого другого компонента. Ну, например, да, если мы возьмем водку, да, то это получается 40% раствор спирта в воде, да. То есть, ну, у нас спирт по объему 40%, да, его меньше, чем воды находится, да, в растворителе. Соответственно, это спиртовой раствор в воде. А, например, если у нас имеется 70% раствор спирта, да, например, технического там для чистки весов каких-нибудь, то в таком случае мы имеем раствор воды в спирте. Да, то есть тогда спирта больше, и мы его принимаем в качестве растворителя. Также очень интересный момент. Большинство растворителей имеет молекулярное строение, да, там вода, аммиак, гексан, этанол, дихлорметан, этилоцетат, ацетонитрил и так далее, все это растворители молекулярного строения. Но есть ситуации, когда растворителем выступает вещества атомарного строения. Ну, в частности, это, например, ртуть, да, ртуть, жидкое соединение, ну, это жидкий металл при нормальных условиях, и в нем также можно растворять, ну, например, золото, да, золото или какие-то другие вещества. Ну, также помним, что растворами являются и газовые смеси, например, в случае инертных газов, например, аргона, там, гелия, неона, это все вещества тоже атомарного строения, а не молекулярного. Это все вещества атомарного строения, и также различные газовые смеси инертных газов, это тоже примеры растворов, где растворитель имеет атомарное строение. Ну и вопрос, да, вопрос скорее на память, чем отличается раствор от индивидуального химического соединения. Мы помним, что раствор является смесью, это смесь. А для смеси мы уже определили ряд критериев, да, соответственно, это непостоянство состава и физических свойств, да, то есть вот этими качествами, вот этими критериями растворы отличаются от индивидуальных химических соединений. То есть в растворе как минимум два вещества и больше, да, и в зависимости от содержания тех или иных веществ в растворе у него могут меняться физические свойства. Ну, например, температура кипения, там, я не знаю, показатель преломления и так далее. Как можно классифицировать растворы? Ну, например, по возможности проводить электрический ток выделяют растворы электролитов, например, различные щелочи, кислоты, там, различные неорганические и органические соли, вот, и растворы неэлектролитов. Это растворы, например, большинства органических соединений, например, растворы глюкозы, растворы сахарозы, да, вот эти вот вещества, они не подвергаются электролитической диссоциации, следовательно, не образуют ионов для проведения электрического тока. Ну и более интересная нам классификация. В зависимости от концентрации растворенного вещества, растворы выделяют ненасыщенные, насыщенные в нормальных условиях и пересыщенные, которые
были насыщенными при условиях отличных от нормальных. То есть, например, мы раствор можем нагреть и пересытить его, например, каким-нибудь растворенным веществом. В таком случае при остывании раствора, да, там из раствора может вещество кристаллизоваться, и он будет переходить в разряд насыщенных растворов. Ну, с понятием насыщенности, да, ненасыщенности у нас ассоциируется понятие концентрации. Это некая величина, которая количественно характеризует содержание компонента относительно смеси. Иными словами, концентрация – это отношение количества массы или объема вещества к объему или массе раствора. Выделяют несколько способов выражения концентрации. Самая большая группа вот этих вот выражений – это типы, я отнес их к типу долевая концентрация, которая может быть массовой, массообъемной или объемной. Также есть способ выражения концентрации в виде молей, это малярная концентрация, и можно также концентрацию выражать в виде малярной концентрации эквивалентной, или так называемой малярной нормальной концентрации, извиняюсь. Ну, долевая концентрация, исходя из названия, она показывает число долей или частей растворенного вещества в общем объеме или массе или доле раствора. И данная концентрация выражается формулой, вот представленной, да, где у нас идет отношение либо массы к массе, либо массы к объему, либо, например, объема к объему. Чаще всего бывает так. Итак, долевая концентрация показывает число долей растворенного вещества в общем объеме, массе или доле раствора. Чаще всего выделяют массу объемную концентрацию, это величина растворенного вещества в граммах или других единицах массы в объеме раствора. Ну, здесь могут быть граммы, миллиграммы, извиняюсь, миллиграммы, нанограммы, микрограммы и так далее, и так далее. Массовая концентрация, которая выражает величину растворенного вещества, приведенную в единицах массы в массе раствора. Это может быть, например, грамм на килограмм, миллиграмм на килограмм, микрограмм на килограмм и так далее. И выделяют объемные концентрации. Это величина растворенной жидкости в миллилитрах, ну, либо в других единицах объема в объеме раствора. Ну, это, например, миллиграмм в литре, ой, извиняюсь, миллилитр в литре, литр в литре, да, число литров в литре, там, например, микролитры в литре и так далее. Также производные от долевых концентраций могут уступать иные величины массы, объема или долей. Ну, здесь я привел различные примеры, например, миллиграмм в литре, миллиграмм в грамме, ppm, о которых мы с вами поговорим, миллиграмм процент и так далее. Ну, на данном слайде указаны различные единицы измерения долевых концентраций. К первой группе относятся, ну вот то, что я привел выше, это масса объемная, массовая и объемная концентрации. Ну вот могут выражаться вот в таких единицах измерения. Это далеко не полный перечень. Вторая группа это процентные концентрации, которые могут выражаться либо в процентах, либо в миллиграмм процентах. Ну вот эту величину миллиграмм проценты, в принципе, можно вам сразу же забыть, потому что ее фактически сейчас не применяют. Применяют в основном проценты. Проценты также могут быть массовыми, объемными и массообъемными. То есть выражаться в граммах, либо миллиграммах на массу или объем. И третья группа выражения концентраций это различные варианты долей. PPM, PPB или PPT. Ну, бывают и другие варианты. PPM это число частей в миллионе частей, PPB это число частей в миллиарде частей и PPT это число частей в триллионе частей. Соответственно, величине PPM, как правило, соответствует миллиграмм в литре или миллиграмм на килограмм, PPB микрограмм в литре или микрограмм на килограмм и PPT нанограмм в литре или нанограмм на килограмм. Также я забыл указать, что процент это
число грамм в 100 грамм или миллилитрах раствора. То есть это тоже по сути, ну это не по сути, это тоже долевая концентрация. Ну и вот здесь я внизу привел способ перевода одних единиц измерения в другие. Да, то есть 5 миллиграмм в литре это 500, ой, 5000, извиняюсь, грамм в литре, либо это 0,05 миллиграмм на миллилитре, извиняюсь, опять же, 5000, да, 5000 миллиграмм на миллилитре, либо это 5 десятитысячных процента, либо 0,5 миллиграмм процента, либо 5 ppm. Да, видим, что ppm эквивалентна концентрация миллиграмм в литре. Но есть некоторые нюансы. Сейчас о них поговорим. Итак, процент это число частей в 100 частях, да, либо массы, либо объема. Чаще всего используют массовые проценты или так называемую массовую долю, когда, ну, для того, чтобы ее найти, необходимо массу вещества поделить на массу раствора и умножить на 100%. Ну, наряду с массовой долей, да, могут использовать массу объемную и объемную долю. Если концентрация раствора составляет, например, для массовой доли составляет 2%, это значит, что в 100 граммах раствора содержится 2 грамма растворенного вещества. Если концентрация раствора составляет, например, масса объемная составляет 2%, это значит, что в 100 миллилитрах раствора содержится 2 грамма растворенного вещества. Да? Масса объемная, первое, это, ну, соответственно, все, что до дроби идет, да, это единицы массы. Вторая часть, да, объемная, все, что идет после черты, это единица объема. Соответственно, здесь у нас грамм, число грамм в 100 миллилитрах раствора. Ну и аналогами процента являются такие величины, как ppm, ppb и ppt. Ну, parts per million, billion, trillion, да, то есть это английские аббревиатуры такие. Parts per million, да? Вот, собственно, аналоги процента, но они выражают число частей в миллионе, миллиарде или триллионе частей соответственно. Если для растворов, если мы, ну, как бы, если мы переводим концентрации для водных растворов, ненасыщенных водных растворов, то эквивалентом для ppm является миллиграмм в литре, для ppb микрограмм в литре, для ppt нанограмм в литре. Но если растворы имеют плотность отличную от единицы, то здесь вот такой, ну, такой как бы преемственности уже не будет, потому что необходимо учитывать плотность при расчете концентрации. Итак, ну вот здесь примеры перевода для 10 ppm, да, это 10 ppm это 10 в четвертой степени ppb или 10 в седьмой степени ppt или 10 миллиграмм в литре или 0,01%. Ну и тут представлено, да, вот что чему соответствует в таблице. Итак, ну в этом модуле для того, чтобы вам было проще применять знания, да, вот полученные из данных материалов, я привел примеры для решения типовых задач. Ну вот будут примерчики, да, мы с вами частично их разберем, как найти то или иное значение концентрации. Итак, пример первый. Задача: рассчитать массообъемную концентрацию, выраженную в миллиграмм на литр, если для приготовления 50 мл раствора взяли 3 грамма вещества. Соответственно, что нужно сделать? Ну, во-первых, посмотреть, что нам нужно перевести в массообъемную концентрацию. Соответственно, у нас слева от черты будет масса, да? Справа от черты будет объем. Смотрим. У нас растворенное вещество в граммах, то есть в единицах массы, а раствор в единицах объема, да, в единицах объема. Поэтому нам никаких других манипуляций, кроме как пересчета, делать не нужно. Итак, что мы делаем? Для начала мы вычислим процентную массообъемную концентрацию. Для этого мы делим 5 на 50 и умножаем на 100. И выясняем, что концентрация составляет 6 массообъемных процентов. Да? Ну, понятно, да? 3 грамма содержится в 50 миллилитрах раствора, в 100 миллилитрах будет содержаться 6 грамм раствора.
Это, я думаю, понятно. И далее нужно перевести проценты в массообъемную концентрацию миллиграмм в литре. Что мы делаем? Ну, для начала мы расписываем, что процент, массообъемный процент, это число грамм в 100 миллилитрах. Да, логично, опять же. Далее мы переводим граммы в миллиграммы. Соответственно, у нас 6 грамм, да, 6 грамм. В 6 граммах содержится 6000 миллиграмм. Да, 6 на 10 в третьей степени – это 6000 миллиграмм на 100 миллилитров. И затем мы еще раз умножаем на 10 каждую из, ну, каждое из значений, да, значение растворенного вещества и значение объема раствора. Да, объема раствора мы умножаем на 10, получаем 6 на 10 в четвертой степени миллиграмм на литр. Будет содержаться, соответственно, 60 тысяч миллиграммов в одном литре раствора. Пример, вторая задача. Необходимо рассчитать массовую концентрацию в грамм на килограмм, да? Если для приготовления 60 миллилитров раствора взяли 3 грамма вещества, а плотность приготовленного раствора составляет 1,12 грамм на сантиметр кубический. Необходимо рассчитать массовую концентрацию. Что такое массовая концентрация? Это значит, и слева, и справа у нас будут единицы массы, да? Масса и масса. С этим мы определились. Ну, мы смотрим, в каких же единицах у нас представлена концентрация раствора. Представлена она в массообъемной концентрации. То есть, смотрите, у нас 3 грамма вещества, это масса, будет растворено в 60 миллилитрах раствора. Это у нас объем. Соответственно, нам нужно будет объем перевести в массовые, да, то есть объем мы должны перевести в массу. Это делается через плотность. Делается через плотность, но всему свое время. Сначала нам необходимо рассчитать массообъемную концентрацию, для чего мы делим 3 грамма на 60 миллилитров и умножаем на 1000. Получаем, что в одном литре будет содержаться 50 грамм растворенного вещества. Далее мы переводим миллилитры в сантиметры кубические. Ну, нам повезло, что 1 миллилитр равен 1 кубическому сантиметру, и мы получаем, что 50 грамм в литре – это то же самое, что 50 грамм в 1000 сантиметров кубических. Да, в 1000 сантиметров кубических. Для чего это надо? Это надо для того, чтобы перемножить на плотность, потому что плотность у нас тоже в сантиметрах кубических сейчас представлена. Следующий момент. Мы начинаем переводить из массообъемной концентрации в массовую концентрацию, да? То есть у нас изначально была массообъемная, и мы должны перевести ее в массовую через учет плотности раствора. Соответственно, смотрите, что получается. Раз плотность раствора составляет 1,12 грамм на сантиметр кубический, это значит, что в 100, ой, извиняюсь, в 1000 миллилитров раствора содержится 1120 грамм раствора, да? То есть в объеме 1000 миллилитров содержится 1120 грамм самого раствора. Поэтому мы делим массу растворенного вещества на плотность самого раствора. И в итоге получаем 44,6 грамм на 1 килограмм раствора. Ну, 1000 грамм – это у нас, собственно, килограмм, да? И получаем, переводим в грамм на килограмм, да, получаем 44,6 грамм на килограмм. Это тоже одна из типовых задач, на которую вы можете опираться при расчетах. Но еще одной разновидностью долевой концентрации является титр. Выделяют две разновидности титра. Это титр по растворенному веществу, который является аналогом массовой концентрации вещества, которая составляет, то есть тот объем, которым титруют, да? Это грамм на миллилитр и грамм на сантиметр кубический, да? Ну, здесь даже больше, нужно сказать, массообъемной, да, массообъемной концентрации вещества.
И есть титр по определяемому веществу, так называемый условный титр, который показывает массу определяемого вещества, которое реагирует с одним миллилитром добавленного титранта. То есть это тоже разновидность долевой концентрации. Ну вот так вот вычисляется условный титр. Единица измерения титра либо грамм в миллилитр, либо грамм на сантиметр кубический. Напоминаю, что миллилитр и сантиметр кубический это одно и то же, ну то есть это эквивалентная величина. Ну про долевую концентрацию мы поговорили, а теперь поговорим про молярную концентрацию. Она показывает число молей растворенного вещества в одном литре раствора. Соответственно, она малярная концентрация выражается как CM, да, то есть CM, и она равна отношению массы растворенного вещества к произведению малярной массы растворенного вещества на объем раствора, ну, в литрах, да. Соответственно, единица измерения малярной концентрации это моль в литре, либо моль в кубическом дециметре. Это так же, как и то же самое, что миллилитр, да, миллилитр и сантиметр кубический, это величины ну, эквивалентные, да, то есть это одна и та же величина, просто записывается по-разному. Кубический дециметр это то же самое, что литр. Третий пример задачи, да, когда вам необходимо определить малярную концентрацию раствора, если в 149 миллилитрах содержится гидроокись калия массой 4,18 грамма. Ну, здесь задача решается довольно легко. Необходимо найти малярную массу гидроокиси калия, которая составляет по таблице Менделеева, да, если мы посчитаем, 56,11 грамм на моль. И далее вычисляем малярную концентрацию, делим на веску, да, вот эту вот массу растворенного вещества гидроокиси калия, на отношение малярной массы к объему раствора. Да? Ну, 149 миллилитров. Мы помним, что малярная концентрация выражается в литре, поэтому это 0,149 литра. Да? 0,149 литра. И получаем концентрацию гидроокиси натрия 0,5 моль в литре. И есть еще один тип выражения концентрации. Это малярная концентрация эквивалента. Она выражает число молей эквивалентов вещества в одном литре раствора. Таким образом, ну, здесь формула очень похожа на формулу выражения малярной концентрации, но здесь уже используется не малярная масса, а используется малярная масса эквивалента вещества. И вот эта вот малярная масса эквивалентного вещества, она находится либо через фактор эквивалентности, либо через так называемый Z. Это число эквивалентов. Это число эквивалентов. Ну, фактор эквивалентности это число, которое показывает часть моля вещества, которое равноценно одному протону в данной кислотно-основной реакции или одному электрону в данной окислительно-восстановительной реакции. Ну, вот пример вычисления вот этого вот моля эквивалента по веществу B, да, это число моля вещества B поделить на число моля вещества А, да, по уравнению реакции. Либо можно выражать через число эквивалентов, то есть вот эти вот величины, фактор эквивалентности, это величина, которая обратна числу эквивалентов. Ну, число эквивалентов можно найти по следующей формуле, это А умножить на Б, да, А умножить на Б, где А это либо число атомов формульной единицы, а Б это валентность элемента, да, для простых веществ. Для сложных веществ это либо число катионов анионов, ну, что касается под А, да, и число, то есть фиктивный заряд на катионе и анионе. Да, это для сложных веществ. Ну, для ОВР под А понимается число атомов элемента, поменявших степень окисления. Под Б это число принятых или отданных элементов электроном. Под обменной реакцией это число замещенных частиц формульной единицы, соответствующей ну, вот этому вот множителю А. А число B это фиктивный заряд на частице. Как рассчитать малярную концентрацию эквивалента? Лучше это посмотреть на примере задачи.
Но необходимо определить малярную и нормальную концентрацию вещества в 1 литре раствора серной кислоты с массовой долей 62%. По справочной таблице мы находим, что для 62% серной кислоты плотность будет равна 1,52 грамм на миллилитр или грамм на сантиметр кубический, что то же самое. Далее мы определяем массу серной кислоты в 1 литре раствора с массовой долей 62%. Для этого мы умножаем объем на плотность и на массовую долю. Получается, что объем у нас литр, да, мы умножаем на плотность, это 1,52, и умножаем на массовую долю, это 62% или 0,62, и получаем, что в 1 литре раствора серной кислоты с массовой долей 62% будет содержаться 942,4 грамма серной кислоты. Далее мы вычисляем малярную концентрацию раствора серной кислоты, делим массу серной кислоты в растворе на ее малярную массу и умножаем на объем. Он составляет 1 литр. Получаем 9,61 моль в литре. И далее определяем нормальную концентрацию раствора. Мы здесь видим, да, что у нас вещество сложное, да, вещество сложное, вот, состоит из катионов и анионов, да, состоит из катионов и анионов, это, собственно, протоны, да, и кислотный остаток SO4-2-, да, SO4-2-. Соответственно, фактор эквивалентности, извиняюсь, вот здесь вот, да, лучше показать. Фактор эквивалентности будет составлять, точнее, не фактор эквивалентности, а число эквивалентов будет составлять 2. Соответственно, да, вот, потому что у нас либо 2 протона с зарядом 1, либо 1, кислотный остаток, да, с зарядом 2. Здесь у нас, в любом случае, у нас будет двойка в качестве Z. Да, Z будет равно двойке. Да, если бы у нас была соляная кислота, то Z бы равнялся 1. Если бы была ортофосфорная кислота H3PO4, то здесь у нас фактор эквивалентности равнялся бы 3. Но у нас серная кислота, поэтому мы за фактор эквивалентности берем двойку. Соответственно, мы умножаем малярную концентрацию на 2 и получаем значение 19,22 моль эквивалент в литре. Тем самым мы нашли малярную концентрацию эквивалента. Следующий пункт – это техники приготовления растворов. С концентрациями мы с вами разобрались, примеры я привел. А сейчас как готовят растворы? Мы разберем только основные и часто употребительные техники, с которыми вы, скорее всего, встретитесь, если будете сталкиваться с химическим анализом. Да? Собственно, по точности выражения концентрации раствора условно можно разделить на две группы. Это приблизительные растворы и точные растворы. Соответственно, все точные растворы готовят с использованием мерной колбы, а навески с использованием аналитических весов. Это очень важный момент. Это очень важный момент. То есть для точных растворов используем мерную колбу, а для навесок используем аналитические весы, как правило, они ниже второго класса точности. Для того, чтобы приготовить раствор, необходимо некие приготовления. Во-первых, это наличие чистой и сухой посуды. Это необходим выбор растворителя, степени его чистоты и оценка ряда других критериев. Также необходим контроль качества используемой воды. Как я считаю, в химической лаборатории, любая химическая аналитическая лаборатория начинается с трех основных вещей. Это с чистоты посуды, да, с качества дистиллированной воды и качества аналитических весов, то есть степень их точности. Качественная дистиллированная вода должна иметь pH по ГОСТ 67,09. Она должна иметь pH в диапазоне от 5,4 до 6,6. И электрическую проводимость 5 на 10 минус 4 сименс на метр. Вот это вот, если все эти
требования соблюдаются, значит дистиллированная вода является качественной. И на третьем этапе необходимо подготовить весы к работе. Соответственно, весы должны быть чистыми. Чаша весов она должна быть чистой. Весы должны также быть прогреты, да, прогреты, отъюстированы и откалиброваны. На следующем слайде мы посмотрим, чем отличается юстировка от калибровки. Не забегая вперед, юстировка – это выравнивание на поверхности. Юстировка осуществляется, например, по пузырьковому уровню, который есть у весов. То есть вы там подкручиваете ножички, да, у весов и выравниваете ее в соответствии с плоскостью, параллельно плоскости земли, так скажем, да, а не параллельно плоскости стола, которая не может быть не параллельно земле. И проводите калибровку. То есть проводите, так скажем, калибровка средств измерений, да, это совокупность операций, которые выполняются с целью определения и подтверждения действительных метрологических характеристик весов и пригодности их к применению. Юстировка, да, как я уже сказал, это выравнивание относительно поверхности земли. Делается это преимущественно по пузырьковому уровню. Итак, какие же техники приготовления растворов мы с вами разберем? Мы разберем 5 техник. Это приготовление растворов из стандартитров или фиксаналов. Это второй способ растворения навески в мерной колбе. Разведение исходного раствора в мерной колбе. Смешивание двух растворов. И приготовление точных растворов щелочей. Потому что щелочи для приготовления щелочей требуется проведение особой методики приготовления. Итак, стандартитры или фиксаналы – это точное количество, либо масса, либо объем чистого вещества, которое запаяно в ампулу и предназначено для приготовления точных растворов соответствующих концентраций или значений pH. На рисунках изображен стандартитр, например, жидкой гидроокиси натрия, да, жидкой гидроокиси 0,1 нормальной. И здесь у нас стандартитр сыпучего вещества, запаянного в ампулу, для иодида калия. Что нужно сделать для приготовления раствора из стандартитров? Предварительно растворитель, обычно под растворителем понимают дистиллированную воду, ее необходимо догазировать кипячением и дают ей отстояться после кипячения до температуры 30-50 градусов. Затем у ампулы с фиксаналом удаляют этикетку, вот эту этикетку необходимо удалить. Далее берут чистую мерную колбу требуемого объема, как правило, объем колбы составляет либо 1000, либо 500 мл, и устанавливают воронку. Многие, я видел, устанавливают и стеклянную воронку, я предпочитаю устанавливать пластиковую, так как вы потом поймете, в чем дело. Устанавливаем воронку, носик воронки, да, ее нижний, воронка, да, у нее есть вот такой носик, этот носик должен быть ниже метки мерной колбы, чтобы жидкость не разбрызгивалась, выше метки, да, когда мы будем готовить наш раствор. В эту воронку ставят боек. В эту воронку ставят боек, такой стержень, сейчас на фоточках мы это посмотрим, и аккуратно пробивают дно ампулы с помощью бойка в воронке. И с противоположной стороны ампулы вторым бойком проделывают дополнительное отверстие. Далее содержимое ампулы количественно переносят в мерную колбу, используя промывалку со свежеприкипяченной и охлажденной водой, да, используемой, приготовленной на первом шаге. Ампулу и воронку и бойки тщательно промывают большим количеством воды. В мерную колбу наполняют до 80-90% объема свежепрокипяченной и охлажденной водой. И при необходимости раствор доохлаждают до температуры, как правило, 20 градусов Цельсия. И далее объем доводят до метки дистиллированной водой, используя пипетку, промывалку. Чаще всего пипетку, промывалку.
лучше не использовать уже при доведении, да, можно использовать ее на промежуточном этапе, но для доведения лучше не использовать. Ну и обычно после разбивания ампулы в мерную колбу попадают кусочки стекла, да, самой ампулы, но это обычно не критично влияет на точность приготовления раствора. Ну вот далее пойдут фотографии, то как нужно готовить растворы фексаналов. Вот эти фотки взяты из видео на канале Химия Просто. В презентации ссылочка будет, собственно, вот здесь, да, а у видео ссылочка будет в описании. Также доступен QR-код для просмотра. Ну, собственно, вот эта фотография приготовления, да, вот мы взяли мерную колбу, вот эта мерная колба, установили воронку, в данном случае она стеклянная, установили боек, вот это вот, да, пимпочка такая, вот. Далее мы берем ампулу и разбиваем ее дно о этот боек. Вот здесь вот мы уже разбили дно ампулы, затем берем второй боек и начинаем пробивать верхние отверстия ампулы, ну, чтобы содержимое беспрепятственно вытекало раз, и во-вторых, для того, чтобы промыть остатки раствора, содержащегося в ампулы, при помощи промывалки. Следующая фотка вот эта, да, содержимое ампулы у нас перенесено в мерную колбу, и мы ампулу промываем, количественно перенося раствор в нашу мерную колбу. Следующая техника приготовления – это растворение навески в мерной колбе. А эта техника предназначена для приготовления точных растворов. На подготовленных заранее аналитических весах взвешивают точную до четвертого знака навеску, но аналитические весы необходимо прогреть, отъюстировать и откалибровать, да? Для взвешивания стоит использовать тару как можно меньшего веса, но при этом в качестве тары не нужно использовать фильтровальную бумагу, так как вы не сможете с фильтровальной бумаги количественно перенести ваше соединение. В качестве тары можно применять, например, часовые стекла, бюксы, стаканы и какую-нибудь не впитывающую воду кальку. Для точных растворов, ну, как я уже сказал, не допускается использование фильтровальной бумаги. Количественный перенос, да, то, о чем я говорил на предыдущем слайде, это полный перенос навески из одной тары в другую с применением растворителя при многократном промывании исходной тары. Далее необходимо раствор охладить до 20 градусов Цельсия и довести до метки растворителя. Ну, доведение до метки мы уже с вами говорили, да, как производится в предыдущем модуле. Но тем не менее, да, для неокрашенных растворов, для водных неокрашенных растворов необходимо засекать по нижнему менискую границу, да, вот мениск это вот такая вот выемка у воды из-за ее поверхностного натяжения, да. Прозрачные водные растворы мы берем вот так, да, доводим растворы так. Если у нас растворы окрашенных жидкостей, соответственно, мы смотрим по верхнему мениску, да, вот так вот мы будем смотреть. Также, если у нас растворы органических различных растворителей неполярных, то у них мениска вообще нет, как бы, и здесь будет, ну, как бы, мы должны подогнать слой жидкости вровень к отметке на мерной колбе. Для приготовления приблизительных растворов, ну, соблюдают все те же процедуры. Но при этом допускается использование, например, технических весов и приготовление раствора в иной посуде, чем мерная колба. Ну, например, для приготовления приблизительного раствора 1% хлорида натрия допускается взять 1 грамм хлорида натрия и 99 мл воды. При этом растворитель допускается, например, брать при помощи мерного цилиндра. Так мы приготовим приблизительный раствор, да, когда нам точность не так критична. При этом заметьте, что такой объем раствора следует растворять, да, следует такой раствор получать в таре больше, да, чем 100 миллилитров, да, чтобы мы могли эффективно провести растворение навески. Следующий, третий пункт, да, это разведение исходного раствора в мерной колбе.
В чем суть? Из заранее приготовленных исходных точных растворов можно приготовить их менее концентрированные аналоги путем последовательного разведения. Для этого определенный объем исходного раствора при помощи пипетки переносят в мерную колбу требуемого объема и доводят объем до метки по тем же правилам, что и в предыдущей технике приготовления. И такой подход имеет ограничения, его не рекомендуется применять, например, для растворов, плотность которых заметно отличается от плотности воды. То есть это ну, либо концентрированные растворы, либо растворы ну, органических растворителей. При соблюдении данного условия и использовании точного раствора в качестве исходного можно считать приготовленный раствор также точным. Ну вот пример. Необходимо приготовить раствор метилпарабена концентрации 20 мг в литре из исходного раствора концентрации 500 мг в литре. Ну, плотность раствора у нас будет близка к единице, поэтому плотность мы не будем учитывать. Во-первых, следует определиться, какой объем раствора потребуется. Исходя из этого подбирают объем мерной колбы. Ну, допустим, нам достаточно будет 50 мл разбавленного раствора метилпарабена концентрации 20 мг в литре. Поэтому мы возьмем мерную колбу на 50 мл. Соответственно, для получения требуемой концентрации следует провести разведение исходного раствора в 25 раз. Что это значит? Это значит, что в мерную колбу на 50 мл необходимо внести точно 2 мл исходного раствора концентрации 50 мг в литре. Да? 2 мл вот этого раствора берем и помещаем в мерную колбу на 50. Затем доводим объем до метки требуемым растворителем, ну, в данном случае дистиллированной водой. Четвертый способ приготовления растворов – это смешение двух растворов по правилу креста. Этот способ предназначен исключительно для приготовления приблизительных растворов и чаще всего используется для приготовления растворов кислот. Для приготовления растворов кислот. В данном случае замечу, что используют массовые доли. Объемные доли здесь использовать нецелесообразно ввиду того, что часто кислоты, растворы кислот обладают плотностями, отличными от единицы. Как эта техника проводится? Ну, для решения таких задач применяют конверт Пирсона, так называемый. Сначала в столбик записывают массовые доли, замечу, массовые доли имеющихся растворов. Одну на другой. Ну, правее, примерно между двумя предыдущими массовыми долями, записывают массовую концентрацию, которую необходимо получить. Это омега-3. Да? Она тоже известна. И далее по диагонали вычисляют значение омега-3 минус 2 и омега-3 минус 1. И получают массовые доли для обоих растворов или соотношение, в котором необходимо смешать растворы для приготовления. Давайте на конкретном примере рассмотрим, как это все делается. Например, необходимо приготовить 25% раствор серной кислоты, имея в наличии 60% и 10% раствор серной кислоты. Записываем в столбик значение массовых долей, это 60 и 10. Записываем в промежуточной ячейке значение 25, это тот раствор, который нам нужно приготовить. И далее по диагонали вычитаем из 25 10, а из 60 25. И получаем, что нужно взять 15 частей 60% серной кислоты и 35 частей 10% серной кислоты. Ну или если сокращая, то 3 части первого раствора, да, и 7 частей второго раствора. В результате чего мы получаем ну, 50 либо 10 частей требуемого раствора серной кислоты. Ну я думаю, здесь вот на этом примере вам будет понятно, да, как это все реализуется. И последняя техника приготовления, которую я хочу разобрать, это приготовление точных растворов щелочей. Но точные растворы щелочей нельзя готовить по предыдущим методикам, так как щелочь, будь она натриевая или калиевая, ей свойственно поглощать углекислый газ из атмосферы. Соответственно, со временем концентрация гидроокиси натрия или калия в сухом веществе будет неуклонно снижаться.
Также гидроокись натрия и калия – это гигроскопичные вещества, которые улавливают не только углекислый газ, но и воду. И если они будут стоять на воздухе, они постепенно будут расплываться. Если у вас есть такая возможность, можете положить кусочек тешуированной гидроокиси натрия или калия на какое-нибудь часовое стекло, уйти на пару часов, потом прийти, и вы увидите, что на этом часовом стекле у вас останется жидкая, такая жидкость уже будет, а не кусочек щелочи. Как готовят щелочь? Необходимо взять 250 грамм гидроокиси натрия и 250 миллилитров воды, объем 1:1, да, если вам необходимо приготовить другой объем. Это все смешивается, так как гидроокись натрия при растворении выделяет большое количество тепла, то раствор необходимо охладить. А смешивание необходимо проводить либо в фарфоровом, либо в терапластовом или полипропиленовом стаканчике. Стеклянную посуду при этом использовать запрещено. Соответственно, затем мы оставляем этот раствор на 2-3 недели в закрытом состоянии, да, вот в этом сосуде, и излишки карбонатов они будут выпадать в осадок. Затем в отстоявшемся прозрачном концентрированном растворе устанавливаем массовую концентрацию гидроокиси натрия или калия по плотности либо титрования. При титрометрическом определении 1 мл отобранного раствора пипеткой, да, объемом 1 мл, доводят водой до 40 мл и титруют из бюретки вместимостью 50 мл либо раствором серной, либо раствором соляной кислоты концентрацией 1 моль в литре. Либо 1 мл раствора серной кислоты либо соляной кислоты концентрация 1 моль в литре соответствует точно 0,04 грамм гидроокиси натрия. Далее для приготовления 1 литра раствора гидроокиси натрия берут объемы концентрированного раствора, соответствующие массам. Для 1-малярного раствора это 40 грамм раствора берут, для 0,5-малярного 20, и для 0,1-малярного 4 грамма раствора. Соответственно, раствор доводят до метки дистиллированной водой. После приготовления раствора щелочи определяют поправочный коэффициент, который должен находиться в диапазоне 1 плюс-минус 3 сотых. Поправочный коэффициент вычисляют вот по следующей формуле. И его устанавливают либо по раствору соляной и серной кислоты со смешанным кислотно-основным индикатором, либо йодноватистая кислым калием по смешанному кислотно-основному индикатору, либо по янтарной кислоте и калию фтолевокислому по фенолфталеину. Коэффициент поправки раствора в щелочи проверяют не реже 1 раза в 3 месяца, а при наличии резких колебаний температуры окружающего воздуха его проверяют чаще. Итак, как снизить погрешность приготовления точных растворов? Во-первых, необходимо использовать точные инструменты для измерения объема, это пипетки, бюретки, мерные колбы, не ниже 2 класса точности. Естественно, никакие градуировочные стаканы использовать нельзя, или градуированные конические колбы также использовать запрещено. Прогрев, калибровка и юстировка аналитических весов должна проводиться перед началом измерений с соблюдением требуемых рекомендаций при работе. Также необходимо использовать реактивы требуемой квалификации ОСЧ, ХЧ, ЧДА и так далее. При взвешивании на веске также стоит использовать тару как можно меньшей массы, что приведет к снижению систематической погрешности. И проверка концентрации точных растворов должна проходить, да, при необходимости мы вычисляем различные поправочные коэффициенты, как, например, для гидроокиси натрия. И, собственно, на этом мы с вами заканчиваем. Надеюсь, видео для вас было полезно. Мы разобрали, что же такое растворы, да, какими они бывают. Разобрали способы выражения концентрации, долевые, малярные,
малярная концентрация эквивалента и разобрали основные техники приготовления растворов и способы увеличения точности их приготовления. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментарии. На этом у меня все. Всего доброго и спасибо за внимание.